То, что я ношу с собой каждый день, это мои ключи. Здесь у меня скрепка для извлечения сим-лотка из телефона. Свои, чужие можно извлекать. Почта от домофона. Вот такая вот карта тройка, которую можно приобрести, можно выиграть. Разные способы приобретения данной карточки есть. Вот такую карточку, ну, компактно можно повесить на ключи и не заморачиваться по поводу большой обычной карты, которую можно потерять, которая может выпасть. Здесь она на ключах, довольно-таки нормально сделана, грамотно. Ни за 2 года ни это самое не потерлась, не поломалась. Каждый день ношу с собой.